Переправа, переправа, берег левый, берег правый, снег шершавый, кромка льда. Кому память, кому слава, кому темная вода, ни намек, ни следа. Переправа, переправа, пушки бьют в кромешной мгле. Бой идет святой и правый, смертный бой, не ради славы, ради жизни на земле. С тех пор, как смолкли пушки, и в книге про бойца были вписаны ее заключительные строфы, исполненные мудростью, прошло уже много лет. Кто-то скажет, другая жизнь, другое время. Но и тогда, и сейчас на первом плане у всех было то, о чем автор Теркина сказал такие простые, такие правильные, всем запомнившиеся слова. Бой идет, святой и правый, смертный бой, не ради славы, ради жизни на земле. От Советского информбюро. Войска 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза Жукова при содействии войск 1-го Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Конева после упорных уличных боев завершили разгром берлинской группы немецких войск. И сегодня, 2 мая, полностью овладели столицей Германии, городом Берлином! День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли, этот День Победы! Порохом пропах это праздник, сединою на висках это радость, со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы.